Каково, на ваш взгляд, качество дорог в республике? Насколько, по вашему мнению, хорошо работают жилищно-коммунальные службы и транспортные предприятия? Подобные вопросы теперь будут задавать жителям Чувашии. Опрос будет проводиться в соответствии с указом главы республики. Начиная с этого года, свою оценку работе органов местного самоуправления, коммунальных, транспортных и дорожных служб республики смогут дать все желающие. Для этого достаточно иметь доступ в интернет. Опрос этот будет проводиться с 20 марта по 20 апреля ежегодно с помощью интерактивных форм, которые будут размещаться на портале органов власти Чувашской республики, а также на официальных сайтах муниципальных образований. Вопросы будут предполагать два варианта ответа – удовлетворен или не удовлетворен. В случае отрицательного ответа респондент в специальной графе может разместить свой комментарий. Обрабатывать результаты будет специальная комиссия. При расчете будет учитываться общее число респондентов, которые приняли участие в этом опросе. И если менее 30% населения муниципального образования удовлетворено качеством транспортного обслуживания, либо услугами ЖКХ, либо качеством автодорог, то экспертной комиссии может проводиться дополнительное исследование результативности управления. В результате нерадивые руководители могут понести наказание. Что ж, чем довольны и чем недовольны жители, узнаем уже через пару месяцев. Прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но, судя по всему, результаты в некоторых категориях, к примеру, жилищно-коммунальное хозяйство и дороги, предсказать можно уже сейчас. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.